И мы фактически с вами подготавливаемся к весне. Чтобы весной, когда мы пришли в эти массивы, они были чистые. Вперед! За работу! Несмотря на пасмурную погоду, администрация и активные жители Ленинского района, а также сотрудники жилищно-коммунальных организаций приняли участие в традиционном осеннем субботнике. В этот день они провели уборку 20 зон отдыха, в том числе и лесопарка на Заводской улице. На территории Московской области объявлен месячник благоустройства. В рамках этого мероприятия проводятся субботники во всех муниципальных образованиях. Мы привлекаем наших жителей, чтобы они приходили и помогали нам приводить наше родное Подмосковье, наш родной Ленинский район в порядок. В Ленинском районе субботники проводят несколько раз в сезон. И главное, что людей, готовых помочь в уборке леса, становится больше. Именно благодаря таким жителям парки и скверы приводятся в порядок. Светлана Чвилева на протяжении 10 лет ни разу не пропустила такие мероприятия. Не безразличен свой родной город, хочется, чтобы здесь было чисто. И показать пример остальным, кто к нам приезжает в гости, чтобы вели себя тоже аккуратно и чистоту поддерживали в городе. Младшее поколение тоже не отстает и с удовольствием принимает участие в этой важной акции. Не первый раз уже участвую, я всегда с мамой хожу на субботники. И я думаю, нужно участвовать в таких мероприятиях, чтобы стало чище на улице. Субботник не ограничился только трудом. Участники мероприятия общались, шутили, а те, кто успел проголодаться, смогли перекусить вкусными пирожками, горячим чаем и кофе. Анастасия Воронина, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.